it to be not so good. As you say. The battle begins. Hello. Пока пройдут, сделают для нас так здесь. Прям забочил? Nice to put, блядь.
Ёлка, Вит, придёшь, помнишь, уже, потому что я, блядь, покушал. Вкусно. Брат, я уйду хоть на минуту слизни, они просто акса разорвут. Но... Тебе надо просто бить, блядь, стоять ровно, а тебе не надо, блядь, никого убивать его. Я знаю, но если его убить, будет охуенно. Вот за его-то. Radiant's courier has been killed. Да, я понял. Серьезно, у тебя нет второго скилла. У тебя нет, да, блядь, второго скилла, нужен. Это пиздец. Нахуй мне нужен, бля. Действительно, блядь. А потом ты просишь, чтобы тебе, блядь, пришли ганганули. Так. Ой, ладно. Блядь. Ты, блядь, ты еще умер, да? Охуеть, красиво. Ну ладно, я замутил тебя, мне так падло это слушать, я хуй знаю. Ну так падло играть таким долбоебом на миде. Вот это реально падло. Чел, я не мог прям подумать, что ты не качаешь блядский болт на G6 7 левел. Я не мог подумать, блядь. Не то, что уже о чем-то говорить. Что ты на седьмом левеле болт не вкачивай, блядь. В ноль болт на седьмом левеле. Че, ёбнутый, блядь. Бля, ебаная мразь, какая ты мразь, блядь. Это просто пиздец, нахуй. Как, блядь, я же снял.
снял, блядь. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your bottom tower is on fire. Dire structures are fortified. The enemy's top tower has fallen. Where are they? Your bottom tower is burning. Your middle tower is burning. Radiant structures are fortified. Your middle tower is on fire. Ну прыгай, блядь! Прыгай, 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 прыгай. Чё ты ждёшь, блядь? Ну и что, от нас меньше, чем мы? Blood and bone.
Your middle tower is under attack. Could ignite any second. What's in here? Dentro. Почему он не прыгает, блять? А есть какой-то типа вижен? A taste of the good stuff. Your top tower is under attack. Where there's smoke, there will be fire. Your top tower burned to the ground. Victory.
Чего он ждет, блядь? Ой, пиздец, не ходи на них, браток. Ой, пиздец, ой, пиздец. Ой, пиздец. Не качай бомбу на себя. Ой, пиздец. Два раза не сэкнули. Ой, пиздец. Ой, блядь, ясно. Ебать ты с кайфами болт на седьмом не вкачал. Ебать с кайфами, реально. Поэтому проебали, не потому что твой друг два. Да, да, мы могли Сефа два раза убить, а сейчас он ходит, что-то имеет. Да, Сеф ходит 2-3, нихуя не делает. И бегает 12-2, да, он брейкер пиздит меня ногами. Да. И сказать же нечего. Ты вообще не должен умирать, пиздец, блядь, ебаный. Ты вообще не должен умирать. Он стоит где-то в ванусе своей матери, блядь. Выдай же. Я чтоб ты, блядь, как профессия, ебаный, умирать. Блядь, чел, знаю. Вот чел, давай вот честно, давай разойдемся на том, что ты сам хуёв. Чел, блядь, ты говоришь, чел, ты уёбище, ты нахуй, ты в мид ходишь. Ты ни одного матчапа нет, ни одной игры нет, чтобы не скачать болт ебаный на зипсе, блядь, если на седьмом левле. Нет ни одного матчапа блядского, блядь, понимаешь? Ебучая ты мразь, блядь. Поэтому проебали, не потому что вы хотите... Да, ты тупой, это показать то, что ты даун, блядь, ты фармишь фарткаю ебаную, блядь. Не качаешь ебучий болт, блядь. Болт, у тебя болта ни в игре нет, ни в жизни болта у тебя нету, хуйплёк. Ты легенда один, завали свой ебаный. А у тебя сколько, а у тебя сколько, а у тебя сколько ПТС? Легенда 2, блядь? А у тебя? Легенда 2? Легенда 3, иди посмотри, уёбище. Уёбище, блядь, ебаный. Очень жаль, что ты нахуй на рапире 3 играешь, хуже меня, блядь, ниги нахуй. Очень жаль, блядь. Два ксили как делать нехуй. Интересно, ты тупое животное когда-нибудь в своей жизни поймешь, для чего карпатская покупается? Или тебе объяснить выродку ебаному? А ты мне лучше объясни, почему на седьмом левеле у тебя болта не было? Вот это мне объясни. Да не, дружочек, ты может посмотришь, блядь, что у тебя родители. Ты тупая животное, блядь, хуйсоса, которая должна будет вообще не шагать, даже близко видеть не должна, блядь, даже шарик. Я просто играю, ты знаешь, сколько это раз у меня перед эсэпом на седьмом левеле, он просто ТП на 3700 уйдет. Это, блядь, просто даже, блядь, понять нельзя, нахуй. То, что о чем ты говоришь. Ну, удивляйтесь, что ты долбоёб, что там все что-то не
ничего сказать, при этом СС тебе нихуя не сделал, вот вообще ничего. Он всю игру просто... Ну, СС тут сам факт, ты пиздишь на команду, но ты овощ ебаный. Вот в чем факт, мне похуй на эту игру, мне похуй на этого СС. Просто не пизди, а работай над собой, долбоёб. А ты, долбоёб, я начал на меня пиздеть, что я тебе не скачал болт. Ты вообще отстал и долбоёбишь, тебе похуй, зачем ты открываешь свой рот? Я тебе ни слова по игре не сказал, я сказал, приди убей. В смысле, ты сидел, цокал, ты сидел, ты долбоёб, пришёл ко мне, долбоёб. Мы не убили героя, ты начал пиздеть своим ртом гнилым, блядь. Ты цокал, долбоёб, Я тебе даже агрессию никакую не проявил, долбоёбка. И ты начал пиздеть на меня, что я не качал. Так если тебе похуй, долбоёб, тебе похуй. Я вообще звучу микрофон. Нормально, я рад. Что ты несешь, долбоёб, блядь, я тебе ни слова не сказал. Я тебя попросил помочь и все. И ты потом свой гнилой рот открыл. А сейчас ты говоришь, что тебе похуй. Ты просто пиздобол очередной. Ты ебаная параша, понимаешь? Вот все. Ответь мне на вопрос. Ответь мне на вопрос. Я тебе ответил на вопрос. Ты что, я усокал? Кто может ко мне в лифт прийти? Она бы тебе в лифт приходит, если тебя, блядь, болт не вкачивал, блядь, я не понимаю. Да купи пачку за стол, ты не понад, он не ебёт от меня. Чё ж ты не сон, блядь? Пачка за стол, когда меня здесь играет. Я фразу за всю игру. Ты хуесос. Вот и все, ты уебище, ты будешь вечно. Ты терапируешь, играешь на героя, нахуй. Как вот это получается, блядь? Зайди за него, играешь, если тебе не бал, ты что несешь, блядь? Как это объясняет? Кому ты там за яйцо, блядь? Ты яйцо снесешь за 5 минут, блядь. Ты уебище с тобой, ты что, упадет, блядь? Очко, ты очко, блядь, мать. Просто пиздобол, ты просто пиздобол. Ты не пиздобол, чувак. Ты работай над собой, банка. Ты ладно, там нахуй хуйню свой лепишь про рейтинг, блядь, долбоёбина, блядь. Ты просто ебучий мешок с картошкой в 60 килограммовый, нахуй. Посмотри, не да, расскажешь, блядь. Ну, тут ты маленько промахнулся, долбоёб. О, 95, мне немножко осталось, ну ладно. Так это, наверное, две игры соло или... Нет, две игры, наверное, пати. А, да, две игры пати точно, или либо одну соло, но это не факт. Короче, ладно.